Со дня на день главного мотиватора современности Ника Вуйчича ждут в Нижнем Новгороде. Планы Ника – собрать ледовую арену Дворца спорта Нагорный на выступлении «Верь, люби, живи». Он научился кататься на серфе, создал семью и стал желанным спикером в разных странах, не имея рук и ног. Увидеть его – мечта многих нижегородцев. Исполнением занимается фонд «Совесть». В их акции «Подари надежду» принимает участие один из известных спортивных клубов Нижнего Новгорода. Билеты получает и Наталья Литвинова для себя и своего 14-летнего сына Егора. Рассказывает, у ее восьмиклассника врожденное заболевание – синдром Клипеля-Тренане. Сосуды и вены Егора работают не так, как нужно, поэтому жизнь их семьи всегда связана с лечением. Прям депрессия наступает, хотя он пытается мне это не показывать, но я мама, я чувствую его каждой клеточкой, потому что... Вот вчера у нас очень сильно прям нога текла, и он говорит, навряд ли я смогу. Вот, когда услышал, что я звоню, отказываюсь. Тут же, нет, звони, я постараюсь, мы забинтуемся, мы... Ну, я говорю, давай, я очень хочу попасть. За этим дружеским столом семьи фонда «Нонс», помогающего онкобольным детям. Приглашения на Вуйчича достаются тем, кто только начал сражаться с раком, и тем, кто прошел основное лечение, сейчас находится на так называемой поддержке. Когда человек долго находится в стенах больницы, теряются некие коммуникативные навыки, да, теряются какие-то связи, которые были до, и человеку фактически приходится начинать жить заново. 130 человек получили бесплатные билеты на выступление Ника Вуйчича благодаря акции «Подари надежду». Неравнодушные нижегородцы покупают билеты и вручают их тем, кому вера сейчас нужнее всего. Люди с ограниченными возможностями здоровья чуть-чуть не верили, что кто-то им может купить билеты. Вот буквально, наверное, дня 3-4 сейчас просто шквал заявок, что подарить нам тоже, потому что благодаря ННТВ, который очень помогает в рассказах об этой акции, люди узнали и поняли, что такое возможно. Чудеса встречаются, и надежды могут исполняться. До исполнения чудес остается совсем немного. Уже 18 сентября Ник Вуйчич приедет в Нижний Новгород. Выступление всемирно известного мотиватора ННТВ покажут в прямом эфире. Стартуем в 19:00. Александр Шеломцев, Владимир Гайдай. Время новостей.